Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Oppo Reno 5 5G сделать скриншот. В первую очередь давайте откроем экран скриншот, который мы хотим сделать. К примеру, экран панели быстрого доступа. И затем, чтобы сделать скриншот, зажимаем кнопку громкости вниз и кнопку включения на долю секунды одновременно, таким образом, и делается скриншот. Давайте покажем еще раз. Кнопка громкости вниз, кнопка включения одновременно, и делается скриншот. Найти наши скриншоты. Как видите, нам показывают подсказку. Также можно сделать скриншот, проведя тремя пальцами вниз. Давайте попробуем. Вау. И таким образом мы тоже можем сделать скриншот. Также у нас в этой панельке здесь тоже есть кнопочка скриншот. И она у нас работает точно таким же образом. Найти наши скриншоты мы сможем в галерее, в альбоме скриншотс. И вот они, наши скриншоты, все, которые мы сегодня сделали. И отсюда мы можем ими поделиться, их изменить или же удалить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!